Сейчас, друзья, приготовим рыбацкий ужин. Картошка с мясом, с луком, жареная на сале. Хотел сделать уху, но передумал. Сделаю картошечку с мясом. Сейчас сало растопится. И будет шикарный рыбацкий ужин. Сейчас осень, на улице благодать. Сегодня целый день шел дождик. Но рыбку я поймал, удовольствие получил. Надеюсь, и завтра будет нормальная рыбалка. Ну а пока готовим кушать. Топим сало. В селах, в деревнях, везде жарят картошку на сале. Это очень вкусно. Сейчас мы его растопим. И будем закидывать мясо. Сало наше уже отдало нам свой жир. Теперь бросаем мясо. Мясо большими кусками. Не жалеем. Красота. Свинина. Сейчас поджарится мясо. Потом лучок. Солить, перчить пока не будем. Мясо дошло до полуготовности, добавляем лучок, крупно порезанный. Какой аромат! Еще и на природе. На костре, на чудо-сковородке. Сейчас перемешаем. Лук сейчас отдаст свой сок. Жарим до золотистой корочки.
Друзья, запах непередаваемый, выглядит как шашлык. Еще немного и будем бросать картошку. Я подкинул чуть-чуть дровишек, потому что уже мало углей. Все, бросаем картошку. Картошку тоже крупно порезал. И опять же, друзья, не солим, не перчим. Это все в последний момент. Какой аромат. На природе сегодня целый день шел дождь. А меня ждет такой замечательный ужин. Рыбацкий, хороший, сытный ужин. Теперь посолим по вкусу. И поперчим. Перчик я люблю. Остренькое. Перемешаем. Аромат, друзья, какой аромат стоит. Картошка с мясом, на сале, с лучком. Картошка по-деревенски. Все. Сейчас накрываем крышкой на 5, максимум 10 минут. И наше блюдо готово. Ждем. Ну что, друзья, картошка наша готова. С мясом, на сале, с лучком. Сейчас будем трапезничать. Вот наша сковородочка. Вуаля! И вот такая красота. Мясо, картошка, аромат, хлебушек, помидорчики с лучком. И вот такая прелесть. Желаю всем приятного аппетита. Готовьте. Это очень вкусно.